Девочки, добрый день. Как всегда, погуляла с Эдди. У нас дожди. Сварила гречневую кашку. Ой, вкусно пахнет. Кашку Михалыч пришел. С праздником, девочки. Весна, 1 марта. Весна на радость не похожа. И не от солнца жёлт песок. Твоя обветренная кожа лучила гречневый пушок. У голубого водопоя на... Забыл. Михалыч, сегодня день комплиментов. Да. 1 марта день комплиментов. А какие комплименты? Комплименты нужно говорить. Вот у тебя штаны сегодня красивые. Новые, да? Новые штаны, Василек. А да. У голубого водопоя на шишкоперы лебедей мы поклялись, что будем двое и не расстанемся нигде. Вот так. Вот так. Комплимент. Дай я тебя поцелую. Такую морду еще делал. Дай мне Лена порошка. Лена выпила, наверное, с утра уже. Засосал. Порядок наводил. Засосал, наверное, уже. Пол мыл, все там протер, плинтуса, там пыль была на плинтусах. Засрался. Так я же не протирал плинтуса. Да ты 2 месяца уже вообще ничего не делаешь. Нет, пьешь, бухаешь, отдыхаешь. На 15 тысяч. Не пью, я вот какой вон телевизор смотришь у меня. Девочки, за хвост пришел за порошком. Нравится. Я пошла с Эдди гулять, себя вымокла. Да хочу, холодина такая вообще. Один, а ощущается как минус 3. Ух, вообще. Первый раз такое видим, чтобы такая весна была. Весна на радость не похожа. О, тут уже похоже на радость. Весной у тебя пахнуло здесь. Смотри, какие цветы классные. Скоро же 8 марта, вот, и цветы не надо дарить. Уже выросли сами. Вот эти вот обожают. Сегодня мамин праздник, сегодня женский день. О, поливать надо. Да, да, да. Надо полить. Он, видите? Что, уже сохнут? Нет. Но... О, красиво. И потому что это так тепло стало. В ботаническом саду. А смотрите, девочки, какая у меня. О, это вообще какая-то разукрашка, да? Как это? Это кот называется. Нет, а вот эти, помнишь, собачки-то мы ели все эти? Желтые-то, помнишь, такие, как они, на кустах-то росли? Акация. Акация, мы все ели, понял, какая они тоже, как собачки. Мы их любили кушать в детстве. Ой, господи. Собачки, вкусные. Собачки, все, пойдем поливаться. Пойдем, Адур. Ну ты что, порошка-то мне, давай. Ну почему я, что, магазин, что ли? Не, ну давай тогда карту мне, что? Сейчас. У меня сметана кончилась. Ты вчера сходил с картой. Я не ходил вчера, ты что? Позавчера сходил с картой. Да я ж тебе брал все. Вчера продолжал. Не-не, я нормально порядочный. Че я? Вчера я что смотрел? Нет, так а ты в магазин ходишь, почему вчера ты здесь? Я футбол смотрел. Почему ты не покупаешь? Сегодня хоккей начинается. Сегодня не покупаешь жаль. Себе. Ну вот, хоккей начинается у тебя. Вот. А вот у тебя КХЛ-то работает? Лёва же говорил, что-то у тебя или у меня надо посмотреть. КХЛ надо настроить. Трактор надо интеграцию. Или завтра? Наверное. Совсем Ты уже. Совсем уже. Мне осталось только спортлотонгой. В азартные игры не играешь? В азартные игры нет. Да? Хотя надо играть. Потому что больше всего выигрывают в Краснодарском крае. Нет, Слава Конобеев всю жизнь играл, что-то ничего не выиграл. Завтра, кстати, день рождения у него, надо будет поздравить. Обязательно. Он играл все по плоту. Так, ну что, планы какие? Так, достирать окошки мы так и не помыли. Ждать тепла только, Лена. Ну какого тепла? Сейчас масленичная неделя, ты что, блины-то когда будешь стряпать? Блины должна стряпать каждый день. Блинчики, а потом пост будет, все. Вот эта неделя масленичная, а там пост, все, до Пасхи не есть, не пить. Я ни разу в жизни не постилась. Надо поститься, надо поститься. Наверное, придется начать. Придется. А я не знаю даже, как поститься. А что, сейчас все есть, вон, посмотри. Там рыбу нельзя, мясо нельзя. Нет, там по каким-то дням можно, и даже венца можно выпить. При диабете обязательно мясо каждый день надо есть рыбу. Рыбу, курицу каждый день. Нет, там какие-то дни можно. Там. Это диета. Рыбу там. А эти вот, как они? Они же вот эти... Так они еле ползают, вон, постящиеся-то. Они начинают поститься. Вот она идет сегодня, эту бутылку тащит с водой. Еле идет. Худущая уже стала. Да не, еще рано поститься. Не, я вообще говорю, кто вот на диетах сидит. На всяких. На ППшках. Все, хлеб нельзя, то нельзя, другое нельзя. Чего ты ешь?
Хочешь там попробовать? Не, я листья не ем. Что это за это листья какие-то? Тут это еще водорожки. Вот знаешь, в океане вот эти водорожки. Да. Их вылавливают. Чистят, сушат и едят. Едят. Да, ну. Очень вкусно. Так. И что, карту давай тогда? Зачем? Ну я пойду в это, у меня нету. Этот, посуду мыть у меня нету. Зачем тогда порошок взял? Это я стираю. Так, ты ж пойдешь. Вот ты купи себе. Ну, у тебя же... Ну, это запас у меня. Понимаешь, ладно, запас ладно, это ладно. НЗ. Я возьму, если... НЗ это стоит, на всякий случай. Да? А не то, что ты приходишь ко мне как в магазин. Ну, ладно. Ты ж ходишь в магазин. Ну, давай я карту скажу, что. Зайди, сходи в эту пятерочку, вот в эту. Здесь дешевый. Да? Я брала в магните. Да, сейчас, что, подожди-то идти. Погрызи. Или обойти мне там. Почему? Ты обойдешь здесь через круг пива и, по... ну, и все, и отличный магазин, там всегда все дешево, все есть. Да? Там и овощной недалеко рядом. Да так все рядом. А тебе овощной надо? Да, у меня пока, что я сварю. Запасаться не будем? А мне муки надо. Зачем? Муки надо, пакет, и, пакет сахара, дрожжей взять сухих. И что, брагу будем ставить? Брагу будем ставить. Давай замутим. Давай. Варенье купим. А есть у тебя это в чё? Нету. Посудину? Нету ничего. Надо посудину какую-то большую. Нету, даже большой кастрюли нет. Флягу, может, купим. Флягу? О, фляга хорошая. Флягу замутим. И все. Два дня можно пить уже. Да? Фу, мне сейчас вырвет. Как это? Михалыч, нет. Хватит, все. А в садике ты вам не давали, не помнишь? Дрожжевый напиток. Молодая брашка, нам давали, тут же... Ну это было, когда ты родился, в каком году-то? Я? После войны. В 60-е, в каком садике-то? После войны я родился. Брашку нам давали. Ну, давали, что? Я не помню, что ли. Дрожжевой напиток он назывался такой, он как это, шипучечка там, мы пили это. Я знаю, я... витамин ревит все время давали. Не знаю. Ревит витамины и элеутерокок. Это ваше время, А в наше, вот только... В мое время, когда брали. Я в садик ходила, да. Давали витамины ревит. Ну, это... А вас не знаю чем. Витаминки, нас брагой поили, оттого я пью, с детства приучали. Бражничество. Я и хорошо брагу умею ставить. Ну, ты умеешь ты ставить, да, брагу, я да. Я ставил в саду. Девочки, в саду. Ну. Налил. Из-под крана холодной воды налил. Не, теплой, ты что? Девочки, пол 20-литровой бутыли. Я знаю. Обычной воды. Набросал туда. Кипяченой. Какой? Кто тебе там ее кипятить? Да я в бане, ты что? Такая, там... нет. Ну, Лена, ну что-то я брагу умею ставить. Ой, девочки, это вообще ужас какой-то. Это варенье у меня, варенье оставалось. Ну, короче, она у нее стоит белая. Я в моем понятии брага должна быть. Она когда начинает это все бурлить, ходить, она начинает цвет менять, она начинает такая, знаете, плотная, мутная становиться. А у него как стояла белая, так и стояла белая. Три дня прошло, девочки, все горит душа, все открыл, раскупорил. Начал пить, толку никакого, она вонючая, она не перебродила, ей нормально. Надо перебродить. И все, кружками, до такой степени, девочки, все, до такой степени нажрался. Ну ты что ты сочиняешь? Я взяла ее, всю вылила в яму. Ой, сколько было говна. Да? Ой, ты сколько я выслушала. Когда я потихоньку, она стояла в бане, потом Леша приехал, мы там всю ночь сидели, ржали, ты потом эту брагу давай, я достал. И ты потом вылила у нас ее. Да ну не на пятый же день пить, ну что смеяться. Нормально, да? Что? Ужас. Ну. Я же там это варенье там, у меня нормальная она была. Ты что? Кошмар, надо же. И пристояла. Михалыч, ну можно о чем-нибудь другом поговорить? Ну, да, я не могу, я не хочу об этом говорить. Ну если разговор зашел. Я не хочу, а какие-то брага, какую-то я там не хочу. Забирай, ладно. Карточку уже просит, потому что сегодня КХЛ, ему надо смотреть не, КХЛ, не, не, не надо ему ничего. Надо пить. Не надо ничего мне. Я сейчас-то жизнь такая, сегодня есть, завтра нету. Не надо ничего. Деньги не снимаю с банкоматов. Все. Никуда не иду. В магазинах все есть, дома все есть, поесть все есть. Прижми жопу свою. Не надо ничего мне. Не надо.
Все есть у меня. Кроме денег и счастья. Че у тебя сегодня? Каша? На обед, что ли? У меня скучная жизнь началась, понимаешь? А чё, почему? Че скучать-то? Это нельзя, это нельзя, это нельзя. Как у тебя холодильник? Ничего нету. Холодильник? Да пустой холодильник у меня, что там? Ничего себе пустой. У тебя там что, рыба, во, молоко есть, сметана, что, сметана есть, что есть. Тушила рыбу вчера, минтай. Вкусная? Невкусная? Ну, обычная рыба, рыба, что она? Не жареная-то. Жареная вкуснее, да? Ну, ладно, что? Курица есть. Ну, я тоже суп куриный сегодня смотрел. Вчера я курицу... Я же тогда курицу взял же. Вчера курицу готовил с картошечкой. Не съели вчера. Сейчас суп... А, пойду сейчас в эти... Макарошки ему сварить, мясо-то гуляша сделал. Он вчера что-то даже не заходил некогда. Что он вчера? Он пришел уже в 5-6, по-моему. До 5 занятия были. Обалдеть. И это он... Что, вчера некогда ему было? Все это... Ты посмотрел, он разложил там все вещи? Разложил. Все убрал. Ты у него хоть кровать отодвигай, мой под кроватью там. У стенки там пылище. Я как не мою, я швабры туда стою. На принтере, блядь, что творится у него? На принтере я на ту кнопку нажала, а там прям пыль. Он протирает. Вот, посмотри. Тряпки постирают. Ладно, дела у меня, Лена, все, давай. Давай, Сережа, дела. Карточку не дала. Все. Ну что, все, есть что бегать в магазине, ты что? Все есть что. Спасибо и на этом. Выпить уж, у тебя есть? Уж не обессудьте меня, у меня я не пью сейчас. Уж не обессудьте. Вчера ходил, вонял. Кого вонял, ты что? Вчера от тебя утащила, разила от тебя. Это... Прокурено было, аж Тедди туда рвался. Прокурено. Это он просто это. Угу. Понюхал меня. Угу. Он сегодня он пошел у двери, встанет у тебя и стоит там. Потому ждет, пока ты двери ему откроешь, у него мясом пахнет. А ты что, косточку не сделал мне сегодня? Нет, я же это, курицу варил. Завтра, если что, будет. Вон он, баренька, смотри. Косточку не служит. Вон у него валяется пустая. Украинская, выезжают они в сторону пустая. России. Стоит сказать, что есть подозрение, что украинские военные готовят масштабную провокацию с использованием... Ой, все, переключаю. Наслушаешься с утра, с ума может сойти. Все. Феденька.